Каджанов, Казахстан. Я вас приветствую. Танцевально-акробатическая студия. На центральном ковре красный заслуженный мастер Москва Red Jacket Сусан 20-го года. Ее лучшее достижение Анастасия в этом году будет представлять сборную команду. Каджанов, Казахстан. Награждение Федерации самбо города Москвы Сергей Львович. Победительница Суперкубка мира по самбо в весовой категории до 64 кг. Никита Войтюк. Александр Слинин, Россия. В красной форме Олимпо Европы, серебряный призер чемпионата мира. Победил мастер спорта международного класса Али Кужев, Россия. Али Кужев, Ранка Матура, and the winner is Екатерина Голдер. Россия. Михаил Иванович Тихомиров. Не отпускай захват. Не отпускай. Ой, пойдем. Вот. Yeah.
Саров, Россия. В категории до 74 килограмм. Попов, Беларусь. Золотой медалью и кубком награждается победитель. Среди мужчин весовой категории до 90 килограммов победил Арсен Каджар, Россия. Арсен Лукс, Нагрека. Пушница. Татьяна Савенко, Украина. Победил в весовой категории. Сжимайся, обойди, поближе, чтобы... Вот так! Хорошо!
крепко пересобни дальше. Да. Делай. Еще раз, давай, садись. Мастер спорта международного класса Саян Кертек, Россия. На центральном ковре финалисты, спортсмены молодого самбо. Пошла ножку забрать! Тебе! До конца! Молодец! Хорошо! До конца! До конца! Молодец! За ногу так пойдет! Не движение от нее! До конца! Молодец! Обрабатывай ногу! Обрабатывай ножки! Вот так! Все, садись на нее! Садись! Ножки запускаем! Запускаем ножки! В красной форме.
Начинаем церемонию награждения спортсменов боевой самбо весовой категории до 68 килограммов. Спортсмены приглашаются в пьедестал почета. Президент Европейской и Российской Федерации самбо, заслуженный тренер России. И Сергей Иванович Ва. Делай. Еще. Затащи его, затащи и сади. Делай на удержание, на удержание, вылезай. Проверь!
На центральном ковре финалистки суперкубка Европы с 70 килограммов. Магомед Магомедов.